мы едем? Дерби. Мы едем стартовать дерби, и в этот раз старая мамочка даже знает название клуба, куда мы едем. И даже почти знаем, где он находится. Даже почти знает дорогу. Пунчик! Так вот мы бодро, все там говорят, да. Ироня такой, Сонька, ты молодец, Сонька, ты это сделала. Кто у вас какое модное? Модное, у модных парней. Только... Как это делается? От Пати досталась, счастливая. Тут есть конный магазин, но старая мамочка меня не пускает. Оля, почему мне нельзя в конный магазин? У нас всего достаточно. У нас всего, оказывается, достаточно. Ну, ладно. Мы нашли идеального мужа для Фриды. Я. Ну хорошо, Оля нашла идеального мужа. Я. Оля нашла идеального мужа для Фриды. Сейчас София хочет вам показать, что не только я нянчу моего старенького сыночка. Восполняем запас калорий после старта. Нет, это все низкокалорийно. А, это диетическое, да? Да. У
Ура, ура, мои руки дошли, чтобы смонтировать этот влог. Я искренне хочу верить, что вам все понравилось, и что вы поставите этому видео лайк, что вы поставите лайк моему супер-ультра-мутному коноводу. Олег, блин, я ей на самом деле настолько сильно благодарна, потому что она помогает мне фактически на каждых стартах, и без нее мне бы было справиться в разы сложнее, и результат бы был в разы хуже, потому что она всю дорогу мне собирает, коня приводит, нейрона, и мне остается только выучить маршруты и более качественно проехать. А, кстати, за качественно проехать спасибо огромное моему тренеру, который помогает мне решать вопросы, помогает мне решать проблемы с контактом Рона, потому что Рон достаточно непростая лошадь, и у нас, ну, иногда либо очень часто что-то не получается, и вот благодаря моему тренеру у меня вот идет прогресс, и мы растем вместе с ним. Короче говоря, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы заглянете в нашу группу ВКонтакте, подпишитесь на наш Инстаграм, оставите комментарии и будете самыми счастливыми людьми на свете. И да, обязательно всегда не бойтесь попробовать что-то новое, потому что я очень боялась ехать в дерби, а результат меня так сильно порадовал. Так что не бойтесь что-то попробовать, бойтесь чего-то не попробовать. И я всех обнимаю, и я надеюсь, что я увижу вас в следующем видео. И всем пока!